друзья, заходим в Европа Клуб, оставляем здесь свой телефон, проходим на Рок Мороз. Проходим через металлоискатель. Здесь еще будет личный досмотр. Это все очень правильно. Безопасность превыше всего. Проходим дальше и сдаем здесь куртку. Получаем специальный белый браслет, на котором написан номер нашей бирки. Ну и, собственно, саму бирку. Идем дальше. То место, где надо предъявить билет. Билет вы предъявляете, у вас забирает корешок, а сам билет остается у вас. Это очень важно. Также здесь можно будет приобрести эксклюзивный диск с новым альбомом группы Delirium Silence. Движемся дальше, идем на концерт, проходим дальше, поворачиваем налево. Здесь вы можете просто взять и просто подняться на Рок Мороз, что сейчас я и попробую сделать. На третий этаж. Ну а если вдруг у вас там клаустрофобия, или вы просто не хотите передвигаться на лифте и хотите в хорошей форме постоянно находиться, то можно подняться на лестнице. Третий этаж, Рок Мороз! Вот мы, собственно, на третьем этаже, мы поднялись сюда либо пешком по лестнице, либо мы сюда поднимались очень быстро на лифте, но дело в том, что мы уже около концертной зоны, и здесь надо будет предъявить билет. Здесь будет охранник. Здесь будет стоять красивая женщина, но у этой красивой женщины в руках будет оружие. Ну, все-таки у всех женщин есть оружие, но у этой женщины будет не простое, а золотое. Вот с такой красной штукой. Показываете билет, эта штука открывается. Не показываете билет, эта штука закрывается. Пока-пока, мой маленький безбилетничек, тю-тю-тю. Друзья, ну вот мы в самом зале, где пройдет наше мероприятие. 20 декабря здесь пройдет большой рок-мороз. С виду зал не очень изменился, но лично по мне кажется, что здесь места стало больше. Он стал просторнее. Вот эти сидушки уберут, вот те сидушки уберут, сиденья уберут. И мест для танца, разговоров и просто постоять будет ого-го. Эй, бэби, подскажи, как тебя любить? Моя конфетка, не смогу тебя забыть. Куча напитков. Я думаю, здесь можно даже сделать коктейль, который приду... В общем, после неудачного дубля я могу с уверенностью сказать, что в Европе есть напитки на любой вкус и цвет. Если вам 18 лет нет, то пейте соков. Друзья, я стою на сцене, а за моей спиной огромный светодиодный экран. Приятель-барабанщик сказал, что его очень пёк экран, который стоял, а он сидел. Поэтому от него надо держаться подальше и ни в коем случае на него не облокачиваться, а то вдруг что-то произойдет. Друзья-гитаристы, не заденьте гитарой экран, это может пагубно отразиться на вашем кошельке. Друзья, партнер Рок Мороза, магазин Аркада, сделает нечто эксклюзивное на нашем концерте. Дело в том, что здесь мы повесим огромный задник, здесь сядет Туяра, у нее будет компьютер и принтер. Вас фотографируют, тут же скидывают на компьютер и делают вам памятный магнитик с нашего концерта. Приходите, фоткайтесь, слушайте, танцуйте. Кстати, магнитик абсолютно бесплатный. Итак, дружбанчики, идем дальше, поднимаемся на самый верх, на самый верх. Друзья, мы находимся на втором этаже третьего этажа клуба Европа. Здесь у нас находится бар, а здесь у нас находится специальная зона для музыкантов, куда можно прийти только по специальному браслету, который есть, следовательно, только у музыкантов, которые весь вечер будут нас радовать своей музыкой и, конечно же, исчезать. Друзья, музыканты, специально для вас на втором этаже третьего этажа в вашей собственной зоне будет организован фуршет, где вы сможете перекусить и отдохнуть перед выступлением или после него. А это, следовательно, зона, в которой сидят не музыканты и которая как бы не VIP. Каждый желающий может написать нам, позвонить или отписаться в группе ВКонтакте и забронировать здесь стол. Цена билетов указана здесь. Количество... каких билетов? Столов. Дурья башка. Цена стола указана здесь. Цена депозита указана здесь. Количество столов указано здесь. Подробную схему, инструкцию по применению можете найти в нашей группе Рок Мороз 2015.